Всем доброе утро, 8:30 утра. Честно, открыл глаза, увидел переписки в конфе ютуберов по сампу. Среди Гантели, там, Артура Лайджокера. Все были за лупой, Марас был за лупой, тот был за лупой. А теперь так выходит, что за лупа получается ты. За лупа здесь получается ты. Как бы я тебя не любил все эти года. И ты это знаешь, и вы все это знаете, что мой любимый самп-ютубер, мой любимый стример Влад Гантели. Но теперь, к сожалению, из этого списка можно тебя смело исключать, потому что за эту самую ночь конфликта, конфликт, в который ты втянул всех, кого можно, полетать ебальником, чтобы набрать себе 5000 онлайн, это охуенно, это классно, и я тебе еще раз прям здесь скажу, не за донат на стриме, как я тебе кидал, а прям здесь тебе бесплатно скажу, что ты красавчик. И я искренне рад, что твой стрим собрал такую активность. Ты пожертвовал Артурчиком Лайджокером, который тебе ничего не сделал. Ты пожертвовал мною, потому что меня тоже, грубо говоря, послал нахуй и сказал, что я тебе в пизду вообще не срался. Юля малая тоже нахуй пошла шляпа, да? Которую ты просто тоже с нихуя затопил. И здесь не будет отмазок, типа, о, ебать, я прикалывался, я на морозе был, я там бухал, я там белочку словил. И я очень надеюсь, что вы поддержите этот ролик, дабы увидеть следующий большой выпуск, на который реально придется потратить сил. В котором я хочу затронуть темы не только Владу Гантели, я хочу затронуть темы с Ревазом, с Юлей Малой, с Марас Шакуром, с Санечком, с его коллегой, который вот тоже был в Дискорде, не помню, как его звали, 30-летний. Да и про всех, кто вообще участвовал в этой херне, и вообще про всех сам ютубер. Я очень надеюсь, что это произойдет точно так же, как с Владом Гантели. Он охуеет от того, что я какой-то видосик ему заснял, а я охуею с вашей активности, с вашей поддержки, потому что это уже перебор. Это уже перебор.